Приднестровцы с гражданством Республики Молдова смогут выехать в Молдову для участия в голосовании. В соседнем государстве 1 ноября пройдут президентские выборы. По решению оперштаба в этот день с 7 утра до 20 часов вечера будет обеспечен свободный выезд на голосование. В это воскресенье Молдова будет выбирать президента. Зарегистрировано 8 кандидатов, в том числе действующий президент Игорь Дадон. Президент Молдовы избирается на 4-летний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Приднестровцы, имеющие гражданство Республики Молдовы, смогут выехать в Молдову для участия в голосовании. Учитывая, что избирательные участки в соседнем государстве будут работать с 8 утра до 21 часа, свободный выезд для обладателей молдавского паспорта будет обеспечен с 7 утра до 20:00. Возвращение до 22:00. Не вложившимся в обозначенный временной период придется заполнить ЭПИД-карту и провести 2 недели в условиях контролируемой домашней самоизоляции. Аналогичные меры будут приняты и в отношении граждан, не представивших по возвращении документального подтверждения участия в голосовании, к примеру, соответствующего штампа в молдавском паспорте, сообщает «Новости Приднестровья». Для обеспечения безопасности приднестровцев, решивших принять участие в электоральных процедурах соседнего государства, на границе им будут выдавать комплекты, маску и перчатки, обеспечить которые по поручению президента Вадима Красносельского приднестровская сторона.